Всем привет, на канале Рыбалка с Димоном круглый год. Меня зовут Димон, и в этом видео мы будем делать сегодня кивочек для зимней удочки. Хороший нормальный кивочек из рентгеновского снимка. Сейчас покажу, как все это дело сделать, прилепить. Сначала я вырежу широкую полоску, обычную прямоугольную широкую полоску, потом распущу ее на две. Так удобнее разрезать. Сейчас я ее распущу на две равные части. Я не буду ее сводить, этот самый кивок делать треугольной формы, то есть сводить на нет, а оставлю две прямоугольные полосочки. Это все-таки рентгеновский снимок, материал очень чувствительный. Хотя наверняка кто-нибудь напишет: чувак, да у тебя этот кивок не будет сигнализировать поклевки. Да не рассказывай ты мне, как говорится, бля, сказки, он покажет поклевки даже самой мелкой рыбы. Сейчас мне понадобится вот такая трубочка. Это та самая трубочка. Может, кто-то узнал, она была в внутренней части той самой прыскалки. Сейчас берем удочку с хлыстиком, одеваем трубочку примерно на сантиметр-полтора на хлыстик. И излишки отрезаем, они нам не нужны. Чтобы на хлыстике было сантиметр-полтора, так намного крепче все держится. Сейчас мне понадобится еще одна трубочка пластиковая, но она должна заходить свободно. Сейчас вы поймете, почему свободно. Не туго, а именно свободно. То есть также, отмерив расстояние, которое было у нас на той первой трубочке, отрезаем вторую по такому же размерчику. Все один в один. Можно ножницами, можно ножом, как удобно. То есть она должна вот так завязать свободно. Сейчас сжимаем эту трубочку верхнюю, потому что у нас кивок, он прямоугольной формы, в круг прямоугольных входит херово, поэтому нам нужно сделать ее немножечко плоской, и пропихиваем туда наш прямоугольный кивочек. Рентгеновский снимок — такой материал, он очень чувствительный, показывает поклевки даже самой мелкой, самой привередливой рыбы. Просто продергиваем его вот так. И сейчас одеваем на хлыстик, на котором одета первая трубочка. Помните, я говорил, что трубочка должна заходить верхняя свободно. Если бы она сейчас заходила туго, то мы бы просто-напросто ничего бы не надели. А сейчас, потому что там кивочек есть, он тоже занимает место, делаем в кивочке на самом конце дырочку для лески. И, в принципе, наш кивочек готов. Делается все очень быстро, все очень просто. Кивочек очень чувствительный. Вот такой. Но если вы собрались ловить гуппи, то можете его сделать сантиметров 10-15. Сантиметров 8-9 вполне хватит для нормального кивка, для ловли речной рыбы на реках и озерах. Всем удачи и пока!